Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня английский сервер и новый донатный аккаунт. Не мой, конечно же, донатный. У меня тоже есть несколько аккаунтов здесь. Поехали посмотрим, что у него есть. Увидите, как живут донатные аккаунты, что у них есть на английском сервере по сравнению с русским. Ихняя гильдия Аркангерс, кидайте заявочки, вступайте. Первые места битва гильдии, атака фортов. Have fun, respect others, play Guild Wars. Атака фортов с 12 до 13 по серверному, босс 3 и 5 с 13 до 14. Опять же по серверному времени. Кидайте заявочки, вступайте. Так, окей, поехали посмотрим на аккаунт, что у него есть. Как видите, есть топовые герои уже, такая маленькая сила, и посмотрите, сколько доната. По сути, это два больших пака доната, и он там треть собрал Минотавра, но у него есть более имбовые герои. Поехали посмотрим, мне интересно просто, сколько пройдено подземок. А подземки, кстати, не... Странно, странно. Что-то он не проходит их. Очень странно. Смотрим на героев, что у него есть. Все донатные, видите, герои есть. Ну, нету, понятно, Минотавра и нету Разрухи. Валька, Леди Лео, Зефирика, Трианта нету. Странно. Плант Вориор, Триант, Медуза, Дракас, Валена, Сура, Махатма, Рогатка. Ой, да тут есть что выбивать. Сейчас немножко повыбиваем, потрешуем. Такс, смотрим. Смотрим, давайте посмотрим по героям, что есть еще. Довольно-таки нехилые герои у него здесь на запас. Жесть, еще один огник. Я не удивлюсь, если там еще осколками будет. Не, осколками ничего такого нету. Вот так вот, ребятушки, за такой донат, такие, посмотрите, сколько плюх, то есть сколько всего есть на русском сервере, вы этого не соберете. Окей, поехали, давайте начнем, попробуем хоть что-то выбить недостающее. Посмотрим талантики потом и все остальное. Так, призрачный, пожалуйста, землеройка, но землеройка у него уже есть. Просто офигенно падает на английском сервере. Пару тычек и сразу же паладин. Ниндзя. Ну давай. Ну, рандомчик, ну что с тобой? Давай, имбу. Орксбейн. Блин, то чувство, когда у тебя есть Рину, донатные герои хорошие. Призрачный. Ой, говорю, призрачный рыцарь тьмы. Вечно их путаю. Есть обалденные герои, а каких-то обычных у тебя нет. Ведьма. Ну, Трианта было бы неплохо словить. У Космо тоже можно. Вот он. Призрачный всадник. Валька, отлично. Ну, поздравляю, хоть что-то есть опять. Влад Дракула. Еще одна. Давайте до 20к, потому что я смотрю, что нам сейчас нападает. Одного недостающего словили. Поедем посмотрим, что еще есть интересного на аккаунте. Так, тыква, Пампкин Дюк. Паладин. Да, жестко-жестко. И последний. Вот такое себе, видите. Чтобы особо что-то падало, конечно. На такие аккаунты оно и не должно падать. Тут и так хватает. Ну, Валька это. Бонус. Не упала. Ну, землеройка упала нам изначально. Ну, что такое землеройка, когда она уже есть прокачанная. Такс, поехали. Он просил посмотреть аккаунт. Так, ну, ослепление. Ну, сейчас посмотрим, что у него тут.
Тут все позитивно. Четыре, пять. Ну, на Фрейю. Блин, Holy Conviction на Фрейю. Для чего? Ладно, отхил я согласен. Увеличенный отхил. Но зачем деф? Это надо было ворожею ставить. Вот сюда. В первую очередь. Ну да ладно. Такс. Та-та-та. Давайте так посмотрим. Так будет более понятно. Анубис Ронин, в принципе, как вариант. Сидни этого не надо. Рози тоже, в принципе, тут хорошо. Хорошо. И все. Дальше эволюционированных героев нет. Поэтому таки мало силы, в принципе. Ну, это не проблема, как бы, для такого аккаунта. Поехали, попробуем. Тут у нас есть на архидемона тыковка с девяточкой. Ничего себе. О, релиогник. Вот это мы встретили, ребята, с вами. Такс. Там тоже стрелок. ТУшка замедление. Надо замедление в таком случае здесь лучше на мишке поменять. Сейчас я ведьмочку гляну. Она с бастом у него, да? Причем она у него одна. Баст, конечно, хороший вариант. Он, в принципе, ее и будет, думаю, где-то использовать. Значит, поставим пока сюда. Так, давайте вернемся все-таки чаром немножко. Тут хватает коробок, хватает всего. Даже такой вариант будет лучше, потому что, ну, о, вот оно, вот так вот. Блин, ну тут пятерка, жалко менять. Пусть уже будет, я даже не знаю. Так, тут, конечно, на подземке ему. Вот сюда ставим. Вот так. Доспех это уже не топчик. Надо больше героев кидать на эволюцию. Только тогда уже ставить. Расставлять чары. Потому что, ну, просто зря их просрем, скажем так. А, у него же космо есть. Смотрите, я что-то думаю, надо космо. Так, Роза у нас. На Розу лучше поставить такой вариант. Роза все равно процентуально бьет. Так, эта чарка, это, конечно, для тыковки хороша, но тыковки нет. На Фрея тоже бессмысленно ставить. Космо тоже, в принципе, не особая землеройка. Ладно, давайте еще немножко поролим. Может, еще какую-то топовую пятерку вытащим. Неплохо. Это неплохо. На космо. Ну, смысла не вижу на космо ставить. Лазуля. У него сдефный вариант. Я показывал такого лазулю. Ставим на огненько. Для урона пойдет. Да, неплохо, неплохо. Видите, чары все-таки хорошо так падают. Героев маловато. Я даже не знаю тут. Я бы даже такой вариант поставил. Это получше для нее. Ей урон, ну, вообще по сути не нужен. Или вот так вот. Этот топчик для нее будет. Я уже показывал таких. Так, передача энергии. Но опять же, ее никому тут ставить. Космо. Хотя для космо тоже не особо и надо урон. Вот пиромах.
Вот нет у него эволюции, надо делать эволюции героям, ставить на архидемона. Ладно, на этом с чарами закончим. Поехали посмотрим талантики на героях. Что там интересного есть, и потом продолжим роллинг дальше. Тут, конечно, печаль. Тут можно ролить и ролить, но слить. Слить сюда кучу самов. Я думаю, бессмысленно. На одного героя 50-70 тысяч самоцвета может уйти на роллинг уклонений. Так, смотрим на его огника. Хорош. Прайка пакт. Давайте попробуем что-то интересное выбить. Так, Анубис. На Анубиса талант надо хороший на урон. Это такой талант мы выбили, конечно. Багованный на этом был очень крутой. Его даже можно вот сюда поставить, и то это будет лучше, чем талант Рылева. Ну, видите, вот то чувство, когда на аккаунте хватает ресурсов, аккаунт не мега донатный, но героев для всего хватает вполне. Так, паладин, понятно, шапка. Шапки лучше исцеления, конечно же. Сейчас посмотрим, что у него есть по талантам. Так, отлично. Ну, в принципе, грубую силу ставить бессмысленно. Ему надо эмблемой ставить. А вот Sacred Light будет топчик. Где там его ПБшка? Так, хорошо. Факт у него есть. 15 штук. Его надо Анубису ставить. А не бог войны. Такс. Ну, с таким Анубисом уже давно должны быть пройдены подземки. ТУшка, по сути, никому не нужна. Корка то же самое. Ремочка. Вот ремочка. Пойдет у нас вторым талантиком на космика. Тан-тан-тан-тан-тан-тан. Сэл бессмысленно. Бастик. Уже неплохо. Смотрим, что у него тут по баст. На баст напрашивается. Можно было бы и Анубиса, но пусть будет с пактом. Так, так. В принципе, тут варианты неплохие. Разброс, баст. Нафига ей увеличение, если она и так критует, как бешеная. Там этими прокачал и все. Так, Махатма. Так, ремочка, отлично. Махатма. Как видите, нету. Печально, поехали, попробуем. Давайте имбу. Ну, дайте хоть нормального недостающего одного героя. Потому что, блин, ну выбили эту вальку, конечно, это мега везение. Тут еще куча героев, те же самые Бугимен. Просто тупо не прет. Пикси. Бочка, понятно, что это имба. Командорка. Вот, кстати, командорка я не видел. Была, не была. Так, рыцарь. Ну, изначально надо насобирать все, а потом уже на созвездие спускать. Имхотеп.
Да блин, дайте нормального героя, ну. Ой, я не увидел, кого мы там выбили. Тандер Год увидел. Бога Грома. Командорка. Так, смотрим, что у нас. Вархатмушки, к сожалению. А, командорка у него есть. Вот так вот. Обломались, короче, мы. С роллингом. Ну, на таких аккаунтах, конечно, вытаскивает что-то недостающее. Вот, командора с одним талантом. В принципе, такой талант хорош на PvP локации. С пактом на подземке. Так, стрелок. Ну, стрелку, конечно, лучше СО поставить. Тем более, есть возможность. Проблем с ресурсами тут нет. Поэтому однозначно на стрелка. Можно ставить вместо вот этого корочка, ушечка. Что-то прям хорошо, когда у тебя 600 коробок. Так, отлично, оживо. Ищем вариант для хорошей оживы. Лазуля 9-9. Тут на землеройку можно как вариант еще оживо поставить. На космо. Фрейка как вариант, но я бы не особо на такую фрейм надеялся. Так, тут понятно, понятно. Девушку надо будет тоже в любом случае выбирать. Блин, кому оживу? Это ладно, надо. Оставим-то и все. Таланты хорошие, многих надо, конечно, их потом будет перекачать, но я думаю, надо больше героев сейчас. В данном случае. Так, а что тут у нас? Огненка. Ну, можно сюда поставить землеройка. Соживая тоже иногда бывает чудить. Так, давайте еще. Бог войны без понтола. На таком аккаунте просветик. Допом лупит просветы. Давайте еще пару коробок. Отлично. Вуаля. Ремочка уходит нам сюда. Так, бастиончик. Вы бастион сюда поставил. Жизнь плюс урон. Такс. Нафиг. Берс. Опять же, нету того, что нам надо. Была бы махатмушка. Еще одна жива. Так, эту живу мы оставим. Это мы оставим. В общем, ребят, такой вот аккаунт. Довольно-таки интересный аккаунт, веселый, начинающий. Как видите, многие герои там уже топовые, плюхи есть. Все для удачной игры есть. С роллингом, конечно, у нас получилось слажено. Ну, при таких героях тут я и даже бы не роллил, но я поролил, потому что, ну, а вдруг повезет. Ну, к сожалению, как видите, не судьба. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.